Вот есть такая перестановка. Единица становится восьмеркой, двойка тройкой, тройка пятеркой и так далее. Да? Хорошо. Все, спасибо большое. Представьте себе, что есть такая вот перестановка. Единица становится на седьмое место, да? Двойка на пятое. Любую перестановку можно представить в виде произведения транспозиции. Транспозиция – это когда берешь два числа и именно их переставляешь. Вопрос. Какое наименьшее количество транспозиций нужно, чтобы из исходной перестановки, когда все стоят на своих местах, получить перестановку, в которой числа стоят вот так? Давайте я попытаюсь объяснить это геометрически. Ребят, вот давайте эту перестановку я нарисую следующим образом. Вот есть единица, а эти числа я напишу низко-низко. 7, 5, 6, 2. Нарисую веревочку туда, куда оно... Ну, очень понятно. Число из верхней строчки соединю с соответствующим числом из нижней. Получаю некоторую систему линий. Заметьте, она довольно запутанная. Довольно хитрая. Да, я понимаю. Довольно хитрая система линий. В принципе, можно посчитать число инверсий. Меня, на самом деле, сейчас не столько волнует конкретная задача, которую мы решим, сколько заодно и вообще рассказать вам перестановку. Да? Так вот, для любой перестановки есть такой термин. Количество беспорядков. Или, по-другому, количество инверсий. Это вот что такое. Количество пересечений на этой картинке. Их здесь довольно много. Смотрите. Раз, пять, шесть. Ой, можно я не буду считать? А вы, пожалуйста, посчитайте и скажите. Количество инверсий у этой перестановки. 22. Вы думаете, что 22? Хорошо. В принципе, человечество способно провести такие вот горизонтальные линии и разложить нашу перестановку, расположить эти пересечения каждый раз, да? И разложить таким образом нашу перестановку произведение 22 транспозиций. Это действительно можно сделать. Единственное, ребята, все-таки возьму что-нибудь полегче. Здесь две версии, согласитесь, это попроще. Давайте, во-первых, запишем, что это за перестановка такая. Единица отображается в двойку, двойка отображается в тройку. Тройка в единицу, а четверка в четверку. Что произошло здесь? Единица и двойка поменялись местами. Согласны? Да, вот это пишут так. Ставят скобки и в скобках пишут иногда через запятую, иногда просто так, когда лень запятую писать. Замечательно. Что произошло после, проверяем. Единица перешла в двойку, все, перешла. Двойка перешла сначала в единицу, потом в тройку. Перешла. Тройка перешла в единицу, ну и четверка в четверку. Ура! Ура! Я выписал разложение вот этой перестановки на четырех элементах в произведение двух транспозиций. Для каждой перестановки найдем ее кратчайшее разложение произведение транспозиции. Разумеется, ноль транспозиций. Когда n равно 2, то на самом деле перестановок две штуки. Одна из них тривиальная, вот такая вот. Для нее нужен ноль транспозиций. Другая вот такая. Она, собственно, является транспозицией, поэтому вы
Луна одна транспозиция, правильно? Одна транспозиция. Так, это для двойки. Теперь для тройки. Перестановок уже будет 6 штук. Да, конечно, материал. Просто, ребят, надо нарисовать всем, понять, сколько транспозиций. 0 транспозиций, здесь 1, 2, то есть одна транспозиция. Так, что у нас еще бывает? Еще бывает, на самом деле, вот такая транспозиция, когда 1, 3. Это, кстати, важный пример, потому что его можно, смотрите как, можно записать как 1, 3, и тогда это одна транспозиция. А можно было бы расписывать в виде произведения трех. Вот провести по этим самым уровням прямые, провести по этим уровням прямые, и тогда у нас было бы так. Сначала поменялись местами 1 и 2, после этого меняются местами 1 и 3, и после этого меняются местами тройка с двойкой. Так, давайте проверяем. 1 переходит в 2, то есть в 3. 2 переходит в 1, потом в 3, потом в 2. 3 переходит в 1. Все, отлично. Вот это плохое разложение, оно длинное. А вот это короткое разложение, это просто одна транспозиция. Кроме транспозиции 1, 2 и 1, 3, есть еще транспозиция, понятно какая. Меняем местами, когда двойку и тройку. Тут ничего хитрого, да? Транспозиция 2, 3, она одна. И, разумеется, есть еще два цикла. Это вот что такое. Можно единицу отправить в двойку, двойку в тройку, тройку в единицу. И смотрите, здесь сначала меняем местами 1 и 2, и после этого меняем местами 1 и 3. Так, тогда единица переходит в двойку, это правда, двойка переходит в тройку, и тройка переходит в единицу. Отлично. Здесь, как вы видите, две транспозиции. Вы рисуете все 24 картинки. И, пожалуйста, для каждой из них найдите кратчайшую запись в виде произведения транспозиции. Сформулируйте гипотезу. У нас есть две перестановки. Одна перестановка на 8 элементах. Меня интересует минимальное число. То, что мы умеем вот это делать за 22, да, умеем. Меня интересует именно минимальное количество транспозиций, которое нужно для этих перестановок. Алексей Алексеевич, да. 18 и 19. Что, сколько? 19. 19. Ну хорошо, 19. Это все равно очень далеко от правильного ответа. Можно намного меньше потратить. Что? Так, не хочу говорить, сколько. Для каждой перестановки надо найти кратчайшую запись. Для любой перестановки есть такая важная вещь, как запись ее в произведение независимых циклов. Вот у этой перестановки никаких циклов на самом деле нет. В том смысле, что она записывается единица на месте, двойка на месте, тройка на месте, четверка на месте. Вот это что за перестановка? Единица на месте, двойка на месте, тройка, четверка меняются местами. Единица на месте, 2 переходит в 3, 3 переходит в 2, четверка на месте. Следующая перестановка. Единица на месте. 2 переходит в 3, 3 в 4, 4 в 2. Господа, если у вас... Давайте сразу на вот этом примере отвечу. Если у вас есть вот такая перестановка, разложить ее на циклы, это значит следующее. Единица перешла в 8. 8 перешло в 2. 2 перешла в 3. 3 перешла в 5.
Пятерка перешла в четверку, четверка перешла в шестерку, шестерка в семерку, а семерка в единицу. Получается, что это на самом деле один цикл. Это один цикл. Единица в восьмерку, после этого восьмерка в двойку, двойка в тройку и так далее. Вот эту перестановку обработаем, разложим ее на циклы. Семерка в единицу. Семерка в единицу, отлично. Теперь двойка куда переходит? В пятерку. Пятерка в восьмерку. Восьмерка куда? В четверку. Четверка в двойку. Так, отлично. Тройка куда? В шестерку. Шестерка в девятку. Девятка в тройку. Два вполне замечательных примера. В одном примере подстановка состоит из одного цикла. В другом примере подстановка состоит из трех циклов. Понятно, что максимальное количество циклов это было бы там 8, если на 8 элементах, или 9, если на 9. То есть, если на n элементах, то максимальное возможное количество циклов это n, а минимально возможное количество циклов это n. Так вот, будьте добры, каждый раз, когда выписываете перестановку на 4 элемента, не забывайте разлагать ее на циклы. Оказывается, это поможет вам догадаться до правильного ответа наших задач. Я еще для них не выписал кратчайшее размножение. Хотя в некоторых случаях это очевидно. Например, если это просто транспозиция, то понятно, что она не является кратчайшим размножением, значит ответ 1. А вот 2, 3, 4, это надо смотреть. Там будет две транспозиции, совершенно верно. И что это за транспозиции? Получится цикл 1, 2, 3, да? То есть 1 переходит в 2, 1, 3, 1, 2. Отлично. Значит, я здесь должен что написать? Это будет 2, 4 и 2, 3. Две перестановки. Давайте проверять. Двойка в тройку нормально. Тройка, двойка, потом четверка, нормально. Четверка, так, все, победил. Вот вам все перестановки, когда единица переходит в двойку. Вы каждую из них должны разложить на независимые циклы. Это делается единственным образом. Поэтому это не проблема, да? И кроме этого, вот это же тяжело. Вы должны каждую из них кратчайшим образом разложить в произведение транспозиции. Ну, вообще хотелось бы хоть как-то разложить для начала, да? А уже потом будем думать, как кратчайшим образом. Цель занятия – справиться с перестановкой на 8 элементах и с перестановкой на 9. 40 тысяч, ребята. Не хочется. Мы поймем идею, ребята. Идея очень простая, и мы ее с вами поймем. Это будет просто 1, 2 вообще-то. Кстати, на транспозиции, да-да, тройка и четверка. На транспозиции это разлагается легко. Это просто 1, 2. Теперь переход на следующую строчку. Да, а за одну транспозицию это, конечно, не сделаешь, правильно? Декремент. Величина, которую мы с вами найдем, это декремент перестановки. 2 переходит в 1, то есть 3 в 1. Ну хорошо, хорошо, да, молодец. 4 переходит в 3, 2 переходит в 4, 1 переходит в 2. А разложение на транспозиции. Я думаю, вы уже, ребят, многие чувствуете, что вариантов здесь не так много. Цикл длины 3 – это произведение двух транспозиций. Цикл длины 4 – это произведение трех транспозиций. Так что все не так страшно. На циклы надо понять, как это, да? Давайте. Это просто неверно. А, нет, нет, 1 в 3, извините, верно, верно, верно. 1 в 3, 3. Я вас не понял. Сейчас. 3 в 4. Да, да. 3 в 4.
2, да, 2 в 1. Отлично. У нас есть R. Да. И количество, ну, минимальных пристановок, это будет R минус 1. Пусть циклов M, да. Чисел M, да. Тогда получается N минус M. Ура! Это правда. Это правда. Это легко доказывается по индукции. Докажем, ну, вот что для цикла... Мы сначала сделаем, пишите, тебе надо каждую из вот тех перестановок расписать... По циклам. По циклам ты расписал. Соответственно, ту, которая на 8 элементах, нужно представить в виде произведения 7 транспозиций. А ту, которая на 9, в виде произведения 6 транспозиций. Если ты это сделаешь, будешь большой молодец. Ты сам сказал, наименьшее количество транспозиций так. Это n минус m. Да. Это правда. В многих случаях здесь ответ очевиден. Если у вас так, то очевидно, что никак быстрее не сделаешь. Да. Ну, замечательно, значит, пишите это же разложение, пишите, что ответ 2. А, да. Если у вас одна транспозиция, ну тогда тем более, значит, вот она и нужна, и ответ один. Я умею. Если у вас цикл из 3 элементов, то мы тоже знаем. Это будет 2 транспозиции. Ищите ошибки. Надеюсь, что тут ошибок нет. Но это не самое главное сейчас. Потому что гипотезу мы с вами уже сформулировали. Гипотеза простая. Ответ n минус m. То есть, если n это натуральное число, на котором действует наша перестановка, m – это количество циклов, то минимальное количество транспозиций – это n минус m. Минимальное количество транспозиций – это n минус m. Нужно, во-первых, доказать, что меньше нельзя. Это, кстати, совсем не такое, если подумать, но тем не менее. А во-вторых, нужно научиться в виде такого количества транспозиций нашу перестановку представлять. Тогда мы с вами поймем, что такое декремент перестановки. Я ничего не понимаю. У меня цикл. Да. Достаточно решить задачу для цикла. Соответственно, если я решил задачу для цикла... То есть если цикл состоит из x элементов, то тогда x минус... Необходимо x минус один элемент. То x минус одна транспозиция. Да. Ну, для начала не необходимо, а достаточно. Во-первых, почему достаточно? Запишем в таком виде. 1, 8, 8, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 4, 4, 6, 6, 7. Проверим, что... А, то есть для любых двух соседних элементов мы пишем просто транспозицию. Понял. Понял. И подряд пишем их, да? Да, давайте. Ну, скажем, берем число 7. Берем число 7. 7 переходит в 6. 6 переходит в 4. 4. Ну и так далее. 5, и так дойдет 5, до 1. 3, 3, 2. То есть 7. Отлично. Вот так переходит в 5. Да, да. Что делает 6? 6 сразу переходит в 7, куда надо. Меньшее число. Ну, присоединим. Меньшее число. Дальше нет ни одной пятерки. Ну понятно, понятно. Ну, значит, в общем, ребят, для каждой цифры надо просто проверить, что вот так все и есть. Хорошо. Чтобы стало ясно, можно для 9, вот там рядом на доске, выписать то же самое. Ну, давайте я посмотрим. Да-да-да. 1, 7. Это 1, 7. 2, 5, 8, 4. Излагаем в той системе. 2, ну, понятно, понятно, да. 5, 8, 8, 4. 3, 6, 9 переходит в 3, 6, 6, 9. Это я понял. Получили предложение. Да. Теперь как доказывать предположение для цикла? Ну, утверждение. Что нельзя меньше. Да. Ну, рассмотрим некоторый цикл, выделим его. Пусть, например, цикл длины 4. Да. Можно считать, что это цикл 1. 2, 3, 4. Да. Просто переобозначить цифры. Нет, Коль, на самом деле все было легче. Не обязательно даже разбирать один цикл. Можно было сразу сказать, что когда у тебя
тождественная перестановка, то ее разложение состоит из n циклов, правильно? А каждый раз, домножая на транспозицию, ты сшиваешь между собой максимум 2 цикла. Все. Ты не можешь количество циклов уменьшить более чем на единицу. Понял идею? Да. Все, спасибо. Все правильно. Ну, то есть, Александр Ильич сказал, что у вас, когда была некая система ниточек и другая система ниточек, было несколько, например, 3 или более, вот, то одной транспозиции можно сшить только 2. Да, все правильно. Коля более-менее понятно показал вам, как по любой установке указать ее разложение произведения транспозиции. Принцип очень простой. Если вам дали любую установку, то нужно сначала разложить ее, и это делается единственным образом, в произведение цикла. Замечательно, разложение. После этого для каждого цикла надо сделать вот эту замечательную операцию, которую он вам показал. А именно, если цикл из 4, то 3 транспозиции. Вот здесь вот 2, 5, 5, 8 и 8, 4. И цикл разлагается в произведение таких транспозиций. Если цикл был из x элементов, то получается x минус 1 транспозиция. Это же замечательно. Потому что мы имеем таким образом явную конструкцию, которая по перестановке, разложенной на циклы, дает разложение на транспозиции. В обратную сторону, почему нельзя менять? Мы говорим, что изначальная перестановка, которая все оставляет на своих местах, состоит из n независимых циклов. Каждый цикл состоит из одного числа. Соответственно, если у вас n независимых таких циклов, когда вы делаете одну транспозицию, то почти все из этих циклов будут ей не затронуты. Она может затронуть максимум 2 цикла и их между собой сшить, превратить их в один цикл. Такое можно себе представить. А вот представить себе, что она затронет 3 цикла или там больше, невозможно, потому что у нее всего 2 элемента. Поэтому хоть что делайте, но мы понимаем, что за одну транспозицию уменьшить количество циклов больше, чем на единицу нельзя. Поэтому если вначале было n циклов, а в конце стало m циклов, то потребуется не меньше, чем n минус m транспозиций.